Доброе утро, дорогие мои друзья! Сегодня у нас растение особенное. Хотите привнести в свой сад кусочек экзотики? Тогда обращаем внимание на такое растение, как кнефофия. Вот это чудесное растение сейчас у меня находится в горшочке, и высота его небольшая. Но в открытом грунте кнефофия может вырасти до 1 метра. Причем цветовая палитра ярко-желтая, оранжевая, красная, двухцветная. Выбор потрясающий. Где посадить и как выращивать? Все достаточно просто. В нашей полосе кнефофия зимует прекрасно, без укрытия. Обладает очень мощным корневищем. И вот который распространяется вот так здорово и получается мощный, хороший куст. Посмотрите, у меня какая чудесная кнефофия. Вот эти цветоносы очень высокие. Внизу формируется из узких ланцетных листьев вот такая розетка. И дальше кнефофия выбрасывает вот такие цветоносы, которые очень эффектно смотрятся, как яркие, красивые свечи в саду. А что же дальше будет происходить? Смотрите, вот здесь уже кнефофия, ну не такая она нарядная, не такая она опрятная. И становится какой-то вот совсем скромной. Что нам нужно сделать? Взять секатор. Нет, все растение срезать не будем. Удаляем только цветоносы. Для того, чтобы увидеть весь потенциал этого растения. Чем мощнее и взрослее кнефофия, тем больше новых побегов она нам с вами выдаст. И будет вот так шикарно и красиво цвести. Место. Выбираем солнечное. Растет кнефофия на солнечных местах. На хороших, плодородных, богатых почвах. Без застоя воды. Питание. Вот это растение любит покушать. Я бы сказала, прям прожорливое растение. Поэтому подкармливаем кнефофию всем, что у вас есть, любым комплексным минеральным удобрением. Съест все. Будет активно наращивать вот такие, посмотрите, вот здесь мощные, вот такие, здесь уже листья крупней, будет наращивать мощные побеги. В ландшафтном дизайне великолепно будет смотреться в кругу лилейников, рядом с лилейниками. Эффектно будет смотреться с пенисетумом лесохвостым и другими злаками. Рядом подойдет ковыль. Можно создавать такие цветники из простых трав, что залюбуешься. Любые злаки, кнефофия. И будет у вас кнефофия в центре этого цветника. Лилейник своей мощной листвой подчеркнет красоту вот таких листиков. А злаки, если посадите ковыль высокий или посадите какие-то высокорослые злаки, например, малинию, есть сорта высокие, есть сорта низкие. Посадите на второй план двухметровую красавицу малинию, и будет у нас с вами роскошный цветник. Растение простое в уходе, поэтому приобретайте его для своих садов, наслаждайтесь красотой этого необычайного растения. Дорогие мои садоводы, с вами, как всегда, была Ирина Ульянова и сеть садовых центров «Северин». Обращайте внимание на наш шикарный ассортимент. Он выложен на сайте www.severin-71.ru. Можно позвонить по номеру телефона 8 800 249 81. А можно приехать к нам в самое лучшее по адресу город Тула, Алексинское шоссе, дом 34. Мы работаем без выходных с 9 до 19.